Открытый телеканал представляет. Вот тут такое письмо пришло. Мы еще до женитьбы сказали друг другу, что мы не хотим в этот мир рожать детей. Мы два одиночества, которые нашли друг друга и которые понимают, что мир ужасен. Мы решили, что будем жить друг для друга. Ну а сейчас я пишу вам, будучи на 5-м месяце беременности. Аборт делать поздно, мы промучились с решением, делать или нет, и вот я буду рожать. При этом мы оба не понимаем, как мы к этому пришли. Ну, вот так вот пришли, вас пришли. Вот, а вас пришли как раз этот вопрос. Вопрос мой первый. Как могло произойти так с нами? Мы же явно не хотели этого. С одной стороны, очень многие люди не хотели бы детей, так. Но все равно само течение жизни, оно подталкивает к тому, чтобы зачать ребенка. Вот когда вы говорите «течение жизни», вы на кого-то намекаете, да, или на что-то? Я намекаю на то, что так нас сделала природа, и поэтому мы к этому приходим. И тут сопротивление бесполезно, да? Ну, есть люди, которые сознательно уже чересчур строят даже вокруг себя такие границы. Понятно, что не хотим и все. Да. Ну, есть и общества такие. Кто человека вот заставляет переходить эту границу? Это, в принципе, тоже сверху все происходит? Да. Да? Да. То есть ты не понимаешь, как это произошло, а это и есть, что тебя там закрыли в этот момент. Да. Следующий вопрос она же задает. Как нам его уберечь, то есть будущего ребенка, от этого мира? Что делать? Как воспитывать, чтобы его не коснулась эта грязь? Похоже, это их больше всего беспокоит. Не знаю. Хорошо воспитать и дать хорошее образование. Надежное. Надежная специальность. Ну и все. Когда вы говорите «хорошо воспитать», что вы в этом? Хорошо воспитать, чтобы он знал, как правильно относиться к людям, вызывая у них положительные реакции. Угу. Ну вот и все. Понятно. Вот это именно вы вкладываете. Да. Это не образование, это именно вот это воспитание. Да, да, это воспитание. Вот теперь, если можно, вот несколько моих вопросов. Какие советы вы можете дать паре, которая оказалась в ситуации, когда их решения и планы поменялись? Вот когда поменялись эти решения и планы, они ожидают ребенка, вот какие советы дать вы могли бы им? Вместе решать эти все проблемы. Идти на это, да? Идти на это, а как же еще? Всем вместе разбираться в этом. Да. И поддерживать друг друга. И они увидят, что этот общий их ребенок, он на самом деле их связывает. И дает им новую полосу в жизни, в существовании. То есть это их новая жизнь получается? Да. Скажите, как лучше всего справиться с тревогой вот этой о будущем ребенке? Вот уже как бы для других мы советы. Вот есть тревога о будущем ребенке, вот не хочу рожать. Как вот с этой тревогой справиться? Ну, это естественно. Тем более сегодня еще. Да. Что надо рожать, надо воспитывать, делать все, что можно. И так потихоньку увидишь, вдруг себя обнаружишь возмужалым, дедушкой. Я вокруг одного и того же кручусь немножко. Ну, очень важно мне это задать вопрос. Какие практические шаги можно предпринять уже сейчас, во время беременности, чтобы создать безопасную среду для ребенка? Ведь это их беспокоит все время. Самое главное, чтобы ребенок понимал жизнь. Что это означает? Это значит, для чего человек существует, как он должен себя вести, от каких людей он должен отдаляться, каким приближаться и так далее. То есть учить его правильное взаимодействие с этим миром. То есть вы даете такие какие-то очень простые, жизненные, такие, знаете... А что же еще? Мудрые советы. Вот ты да. Уходи от таких-то людей, приближайся к таким людям. Попытайся любить других, чтобы тебя любили. Вот, вот так и жить. Это главное вообще в воспитании, да? Конечно. Понятно. А как тогда происходит, что вот появляется и сейчас очень много таких совсем по-другому воспитанных людей? Совсем по-другому. То есть? Ну, то есть ненавидящих. Это не стоит воспитывать в своих детях, потому что им таким образом будет хуже. Ненависть, она съедает человека. Вы же телевизор особенно-то не смотрите, я знаю. Нет. Нет. А там вообще весь он полон
А сегодня YouTube и все эти каналы полны всех этих, знаете, таких единоборств, когда хорошо так бьют друг друга уже основательно по затылку, там, куда хотите, бьют, но бьют. Потом все эти фильмы забиты сильными такими людьми, которые там других скручивают и так далее. То есть идет совершенно другой процесс, больше и больше другой процесс воспитания. Не то, чтобы тебя любили, а ты и ты любил. Вот скажите, это сегодня требование? Люди это требуют? Они это смотрят? Я думаю, не настолько они требуют, сколько их накачивают этим. Да? Да. Ну и, конечно, от всего от этого им будет только хуже. Людям. Если мы говорим о воспитании ребенка, то от этого желательно его... Оттянуть. Отдалять. Да. Да? Вплоть до того, чтобы закрывать, чтобы он не смотрел на это. Конечно. Понятно. Какой смысл? Нет смысла.